изучив правила дорожных знаков. В эфире очередной выпуск передачи «Автосервис». Смотрите ОТВ. Телеканал ОТВ. Программа «Поколение будущее». Это команда. Была программа «На планету». В эфире очередная программа «Диалог спорта». Вообще я пришла как звукорежиссер на телеканал. Я закончила соответствующее учебное заведение и пришла вот на эту должность. Меня взяли на эту должность. Я занималась звуком. Технологии же тоже идут вперед. То есть, ну, люди с течением времени, они так или иначе прям в процессе работы обучаются новым каким-то вещам. Вот так и у нас было. Мы прям познавали что-то, а потом на тот момент, когда здесь все создавалось, тут присутствовали люди, которые делали, ну, монтаж всего этого, которые, ну, тоже очень большими знаниями обладали. И, собственно, я вот лично интересовалась, и они мне рассказывали, показывали, и мы достаточно много времени провели вместе, и я и от них очень много узнала. А потом у нас же был, вообще, на самом деле, самый первый звукорежиссер, это пришел Юрий Петрович Жаров. Это был, как потом оказалось, это был отец моего однокурсника, где я училась. Вот, это было настолько удивительно, и первые полгода мы с ним, ну, вот, вместе в связке работали. Я была его, как бы, помощницей, это понятно, он в силу там возраста, опыта был главный. На каждый этап вот того времени это была команда из одних людей, потом команда из других людей, из третьих. И вот так вот на этом телеканал и держался. Канал создает команда. Команда – это такие винтики в системе, которые, если они как в пазле войдут правильно, то и работа будет правильная, и плодотворная, насыщенная и интересная. Телеканал ОТВ сегодня – это, не побоюсь этого слова, передовое предприятие в нашем Одинцовском районе. Я, несмотря на то, что у нас есть еще один офис, я считаю, что именно наш телеканал – это наш изюм нашего Одинцовского района, то, без чего, ну, вообще нельзя району, городу, людям. И, без сомнения, он всегда стоит в приоритете. Я считаю, он периодически развивается.